Всем привет! Сегодня в видео поговорим, как в системе macOS пользоваться флешками, отформатированные в NTFS, которые мы используем в основном в Windows. Когда мне нужно использовать флешки, отформатированные NTFS в macOS, я всегда использую программу Microsoft NTFS для Mac от Tuxera. По факту это драйвер файловой системы, дающий вам полный доступ для чтения и записи к дискам, отформатированные в NTFS на вашем Mac. Всегда старайтесь установить последнюю версию программы, чтобы она была совместима с вашей версией операционной системы. Давайте рассмотрим этапы установки и использования данной программы. Для начала зайдем на официальный сайт и скачаем данную программу. Я захожу в Google Chrome. В поисковой строке вводим NTFS для Mac и переходим на tuxera.com. Нажимаем на кнопку «Загрузить сейчас». Ждем окончания загрузки. Закрываем браузер, он нам больше не понадобится. Переходим в папку «Загрузки» и запускаем скачанный образ. Нажимаем «Установить Tuxera NTFS». Идет проверка программы и нажимаем «Открыть». Нажимаем «Разрешить», «Продолжить», здесь изменяем язык, если нужно, нажимаем «Продолжить», «Принять» и устанавливаем. Вводим пароль от системы и нажимаем «Установить ПО». Дожидаемся процесса выполнения установки. Данная программа платная, но у нее предусмотрен пробный период, он нам как раз и подойдет. Выбираем пробная версия, нажимаем «Продолжить». Вводим пароль от системы и нажимаем ОК. Программа установлена не из App Store, поэтому нам нужно в настройках разрешить ее использование. Нажимаем на замочек, вводим пароль, нажимаем «Снять защиту» и нажимаем «Разрешить». Перезагружу я компьютер немного позже, нажимаю «Не сейчас». Закрываю настройки, нажимаю «Продолжить», перезагрузку произведу позже. Закрываю программу, установку и закрываем это окно. Извлекаем образ, перезагружаем нашу систему. Давайте подготовим флеш-накопитель в системе macOS. Мы выбираем вид, показать все устройства, видим нашу флешку. Нажимаем кнопку «Стереть», вводим любое имя, я назову USB, формат мы изменяем, видим, что у нас появилась новая файловая система Windows NT, система также остается white, нажимаем «Стереть», ждем подготовки нашей флешки, нажимаем «Готово», флешка подготовлена, закрываем дисковую утилиту, теперь я перенесу видеофрагмент на флешку и открою его в Windows для теста. Переносим, ждем окончания загрузки. Давайте теперь я запущу отдельный компьютер на Windows. Мы переподключим нашу флешку и посмотрим, сможем ли мы открыть нашу запись. Открываем нашу флешку. И вот они, две видеозаписи, которые я загрузил. Переносим папку, загрузка завершена, открываем видеозапись и видим, что мы успешно можем пользоваться данной флешкой и в Windows, и в macOS. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!